Лиса у нас рисует мелками, да, Мелиса? Это открытка Эмилия написала. Вот. Шана, Шель, Йомулет. Это написала. Покажи бабу, Илюша. Илюша, я с тобой не успеваю просто. Что это ты, виноград скушала? Да? Мелисса рисует у нас, художница. Да, ты художница? Ой, какая повязочка. Из Алиэкспресс заказали вот повязочку. Она стоила меньше доллара. Так что, кому интересно, напишите в комментариях. Я скину ссылку каждому. Да, Мелисса? Скинем ссылку. На канал. Прикол. Вот такая вот повязочка у нас. Что там рисуешь? Это розовый, да? Зеленый? Нет, не зеленый, это розовый. Да, это розовый. Покажи еще, какие у тебя цвета есть, покажи. Вот. Покажи, там в сумочке еще цвета есть, покажи. Вот, вот зеленый. Зеленый. Да, это зеленый. Это какой-то оранжевый или желтый. Желтый, да? Это... сиреневый. Да? Это розовый. Короче, в основном розовые у нас. Все, порисовала? Пластилин хочешь? Ой, он уже задубел. Это уже... это был когда-то пластилин, а теперь превратился в какую-то форму. Бабушка пришла к нам. Ты да, сбежала от бабушки. От бабушки не сбежишь. От бабушки так просто не сбежишь. Мы тут порисовали, так что можешь садиться. Вкусняшки бабушка принесла. Всякие. Может, фрукты вначале? Фрукты уже были у нас. А, фрукты были уже? Виноград. Это мое. Это что, мороженое, что ли? Нет, это фрукты. Мороженые фрукты. Ой! Какие фрукты! Прям целый салат. А Мелисса хочет чипсы открыть. Кстати, что там пишешь? Таим, а? Поедаем фрукты. Что такое таим? С собачкой. Вкусно. Не, собачку кормят. Прости, вкусно, Мили? Вкусно? Собачку Мили назвали. Вкусно, вкусно. А, посмотри. Эмилия, Мили. Так Эмилия и назвала Мили. Мандаринка. Что вы туда ей в рот запихали? То меня отмоете. Все, хватит. А вчера вы не играли вот этим вертолетом было? Вчера мы спать пошли. Хорошая новость! У нас вечером шашлыки намечаются. Мелисса, шашлыки будут вечером. Ты довольна? Она говорит, скушай мандаринку и замолчи.